нам не показали до конца повтор этого эпизода. Но там, конечно, был фол. Итак, ивуарийцы в атаке. Нет, не удалось пройти. Ямагути, Хонда. Корье. И какой гол! Какой гол! Ну вот вам, пожалуйста. Выход Дидье Драгба случился, ну сколько? Минуты 2-3 назад. И смотрите, 1-1. Вильфрид Бони. Все-таки не зря. Он доказывает, что не зря его с первых минут выпустил Сабрила Муши. Вильфрид Бони сравнивает счет. Ну что, правильный тренерский ход молодого наставника сборной Кот-д'Ивуара. Передача Орье и здесь. Еще один повтор, посмотрим. Очень красиво подрезает Бонни мяч в угол. А что же защитники сборной Японии центральные, которые вроде бы не ошибались? Морисиги опоздал. Морисиги опоздал, а Йосида вообще стоял и смотрел. Провожал этот мяч взглядом. Ну что, красивый мяч, согласитесь.